Beatnik, упругий ошейник. Применение жесткого воротника предотвращает собаку не кусать части тела, на которой практикуется вмешательство. Таким образом, собака не может снять швы или глотать лекарства, наложенные на ране. Использованный воротник особенно защищает область груди, живота и бедер. Также области, находящиеся в близости передней лапы, доступны с трудностью, в том числе локоть, так же как область анала в случае удаления анальных желез, язв и других похожих операций. Одетый ошейник-воротник позволяет обычный круг зрения и доступное употребление пищи. Характеристика. Материал дышащий и водонепроницаемый в случае дождя. Ноская. Более практическое применение, чем елизаветинский ошейник. Ручная стирка. Возможность применения упряжки для перевозки собаки. С наименьшей раздражительностью, в отличие от ошейника елизаветинского. Возможность реализации по размеру. Рекомендация по применению. Во время носки советуем не оставлять собаку одну на долгое время, потому что она может снять бандаж, царапая. Для надлежащего использования важно, чтобы воротник лежал плотно вокруг шеи, чтобы предотвратить завихрение воротника. Размеры. Доступны 4 регулируемых размера. S 35 до 45, M 45 до 55, L 55 до 65, XL 65 до 75.